Приветствую, дорогие зрители и подписчики моего канала. Сегодня продолжаем знакомиться с монетами мира. Сегодня монеты Казахстана. 1, 5, 10, 20, 50 и 100 тенге. Монеты 2 тенге у меня нет в коллекции. Рассмотрим аверс монеты. На всех монетах аверс одинаковый. Изображено государственный герб Казахстана, надпись по кругу «Казахская республика» и год чеканки. Герб имеет форму круга или колеса, символ жизни и вечности. В центре изображена шанерака, вот она, верхняя сводчатая часть юрты, от которой во все стороны в виде лучей расходятся уики, опоры. Справа и слева расположены тулпары, мифические крылатые кони, вот такие крылья у них, кони, между которыми, крыльями которых находится пятиконечная звезда. В нижней части надпись «Казахстан». Начиная с 19 года пишут на латинице. До этого пишут на кириллицу. На кириллице. Ну, а теперь посмотрим каждую монетку вблизи. Вот 1 тенге. Реверс и аверс. Герб. И написано «Казахстан, республика, год чеканки 2004». 5 тенге. 2 тенге у меня нет в коллекции. Тоже надпись на кириллице. Это год чеканки 2005. 10 тенге. Здесь уже над цифрой мусульманский символ. Это год чеканки 12. 20 тенге. Вот восьмиугольный символ мусульманский, который есть на практически всех монет мусульманских стран. Здесь уже надпись латиницей. Год чеканки 19. 50 тенге. Год чеканки 20. Ну и 100 тенге, на которые мы смотрели. Аверс. Государственный герб Казахстана. Вот из биметалла. Вот такой гурт. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Будем еще смотреть, интересоваться монетами и банкнотами мира. Да, кстати, банкнот Казахстана в моей коллекции нет. Коллекционирование монет, банкнот – очень хорошая инвестиция в будущее для ваших детей, внуков. Начинайте коллекционировать любые монеты, любые. В каждой монете может попасться брак. Это будет она тоже ценная монета. Через время монеты не дешевеют и банкноты только будут дорожать. Несмотря на
инфляции и прочие катаклизмы. Спасибо за просмотр.